Трамвай номер 12-112 – уникальный исторический объект. Мастера ТТУ под руководством 5 старейших сотрудников отреставрировали вагон для съемок в сериале «Тревожные ночи в Самаре». С 1985 года ретро-трамвай пускали только раз в году, на День города. Я такой момент наблюдала, наверное, лет 12-13 назад. Это вообще грандиозное событие, потому что там участвовали люди, которые, ну там не только дети, но и взрослые, было представление, и в общем это, я считаю, историческая память, и нужно о нем помнить. Это память историческая, зачем он нужен на дорогу? Как-то дорого для сердца, вот это вот наших родителей, вот это вот время. В 1994 году трамвайный поезд номер 12-112 поставлен как памятник на постамент у ворот депо. Идею снова пустить ретро-трамвай по рельсам выдвинул самарец Александр Сергеев. Такая техническая возможность существует. Четверо специалистов из разных предприятий однозначно говорят, что да, возможно. Это непростое дело, это затратное, но пока что ничего невозможного нет. Если подождать лет 10, то ситуация, конечно, могла быть гораздо хуже, просто это уже не было бы шансов. На восстановление потребуется 15-20 миллионов рублей и 10 месяцев работы. Свой внешний облик трамвай сохранит, а вот внутри будет произведена полная замена. Открытым остается вопрос финансирования. Еще один вопрос, который у нас есть, это все-таки маршруты движения этого трамвая, потому что мы должны для себя понимать, зачем мы его восстанавливаем. Он же нам нужен двигаться не просто для того, чтобы он двигался. Нам же нужно понимать, как максимально его использовать с точки зрения развития туристических маршрутов и в целом привлечения интереса к объектам города. Опыт восстановления старинных трамваев уже есть в других городах. Ретровагоны ходят в Питере, Нижнем Новгороде, городах Европы. В Самаре трамвай планируют запустить уже в следующем году. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.